городе Темиртау Карагандинской области. Коммунальщики проложили временный водопровод. Из-за аварии часть населенного пункта несколько суток была без воды. Местным властям пришлось даже ввести режим ЧС местного значения. Поврежден напорный участок водопровода, который находится в русле реки Нуры. Сезонный паводок затрудняет туда доступ ремонтным бригадам. Поэтому коммунальщики протянули на правый берег, где в основном располагается частный сектор, временный водопровод. Воду можно будет использовать только после разрешения санврачей, поскольку новый источник водоснабжения был хлорирован. Для жителей организован сейчас подвоз питьевой воды. На сегодняшний день водоснабжение правого берега полностью восстановлено по временной схеме. Чтобы восстановить основную схему, на сегодняшний день будем ожидать уменьшения водосброса Самаркандского водохранилища. В ближайшее время работу будем проводить и восстановим в полном объеме.